Добро пожаловать в мир без границ! В Центре межкультурной коммуникации студенты разных национальностей общаются и знакомятся с культурой других стран. Здесь проходит множество интересных событий. Знакомство с землячествами, виртуальные путешествия, конкурсы, выставки и концерты. Студенты рассказывают об увлечениях, традициях, праздниках и национальной культуре своих стран. Узнают больше друг о друге. У вас нет необходимости покупать дорогостоящие билеты и путешествовать в дальние страны. Вы можете просто прийти сюда, в Центр межкультурной коммуникации, и увидеть все разнообразие, яркие краски мира. Мне очень нравится, что я нашла здесь новых друзей и узнала много нового о мире, в котором мы живем. В центре можно изучать экономические и политические вопросы, образование, политику, историю, культуру и межкультурную коммуникацию. С момента открытия в 2016 году здесь прошло много мероприятий, но еще много интересных встреч предстоит –